В стране продолжается массовая вакцинация населения. Накануне президент Владимир Путин затронул эту тему в ежегодном послании Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки ключевое значение имеет вакцинация. К осени необходимо достигнуть коллективного иммунитета, то есть достигнуть определенной критической массы защищенных людей, что остановит распространение болезни. В Северной Осетии на сегодняшний день иммунизацию прошли 28 114 человек. Из них 16 274 получили оба компонента вакцины. Вакцинацию могут пройти граждане старше 18 лет. Особое внимание необходимо уделить иммунизации группам риска, лицам старше 60 лет, а также с хроническими заболеваниями. Спутник ВИ зарекомендовала себя как эффективная и безопасная вакцина. В республике не зафиксировано ни одного случая негативного влияния препарата на организм человека. Выработка иммунитета к вирусу COVID-19 подтверждается лабораторными исследованиями. Записаться на процедуру можно через портал госуслуги или в территориальной поликлинике.